Добрый вечер. Санкт-Петербургский дом музыки представляет концерт цикла «Вечера в английском зале». Художественный руководитель Петербургского дома музыки, народный артист России, профессор Сергей Ралдугин. Уважаемые слушатели, прежде чем начать концерт, просьба на время концерта выключить мобильные телефоны. Шопен. Соната для фортепиано и виолончели соль минор. Сочинение 65-е. Исполнители. Народный артист России Сергей Ралдугин, виолончель, и лауреат международных конкурсов Мирослав Култышев, фортепиано.
Thank you.
Игорь Стравинский, итальянская сюита для виолончели и фортепиано в 6 частях. Интродукция, серенада, ария, тарантелла, минуэт и финал.
Thank you.
Задерживать короткую историю расскажем. Джордж Гершвин, short story.